Fresh meat. Всем привет! Сегодня будут две показательные игры, а именно почему Dota скатывается в самый низ. Помимо того, что ходят слухи, что валы хотят забить на соревновательную Доту, так еще и выходят глупые обновления порядочности, в которых много челов просто не могут говорить голосовой чат по 500 или даже более часов. В командной игре на высоком рейтинге ты не можешь ничего сказать своим тиммейтам. И да, было бы это нормой, если по итогу его можно было бы размьютить, как было это раньше, но нет. Также и Mortal Draft, где нужно выбирать союзников. Перед началом поиска можно поставить роль, и почему-то Доте на это настолько пофиг, что она иногда бросает по 5-6 игроков одной роли. Ну и напоследок это мета. Хардовая ВК, которая руинит игры, братрумы через Октарин и огромная куча бездарных игроков на медовых земельях. Ну короче, вы поняли. Если что, это, наверное, первый раз, когда я настолько сильно недоволен Дотой. Ладно, и так уже сильно загнул. Всем приятного просмотра. И последнее, подпишитесь на канал. Так, если что, у нас было... сколько? Хардер и еще два хардера там. То есть 5 хардеров на игру. 5 хардеров на игру. Мне пришлось ставить легкую линию. И типа, если бы пуш был бы не в бане, я бы пикнул этот кого-то другого. Но так как пуш не в бане, точнее, если он был бы в бане, я бы пикнул кого-то другого. А если он не в бане, то я пикаю его. Конечно, я сейчас, наверное, буду терпеть. Так, давай поменяемся, пойдешь на изи, я пойду на хард. Кеос. Или ты на харде хочешь постоять? We can swap, man. You can go top, I can go bottom, if you want. I don't care. Опа, я. Такой красивый. Ага, живот за то, что случилось. Так, ладно, куплю себе две ветки и просто на фастовый ВГ будем пытаться выходить. Так, никого не видно, конечно, чуть-чуть так страшно. Чуть-чуть. Can we fight? I can stun, you can hook. Yep. If you go hook. Nice. А, Рики, кстати, бот. Ага. То есть... Очень интересно, слушай. Ну, Рики, конечно, сложно убить, но возможно. Но сложно. Очень сложно. I can kill again. Что с лицом, братик? Парень умер. Да боже, я вас умоляю, какой же легкий лайн. Ни Варлока, ни Кеоса. Боже мой, какая будет легкая игра. Это победа. Боже, я по лайну знаю, что мы выиграли эту игру. Просто вот это разве адекватно? С каких пор Дота такая стала? Я, пушинг. Ладно, тут клака не нужна. Будем играть. Ну и че у него в топе? А, он стики нажал. Нет, там никак. So sad. Конечно, мог бы, наверное, полсекунды я подождать. Он бы, наверное, сдох. А где ком пошел? Возьму макурон. Слушай, ну там что-то интересное происходит. ITP топ. 10 seconds for my ulti, boys. Just wait. Tinker can TP top. У меня бронька нет. Что ты делаешь, мужик? Спасибо. Килоди, хук. Найс. Конечно, найс. Инекс. Типочек. Ладно, это коза, это не догнать. Не догнать тоже. He put yellow ward. Ops is here. You have sentry? Ой. Да ты чё? Рано, мужик.
Я прилечу, я лечу. Сука. Ладно. Надоело дота и хочется во что поиграть, а пополнить баланс стима никак нельзя? У меня есть выход. Сайт KupiCode, через который можно легко и быстро пополнить счет стима. Пополнение через KupiCode скинами происходит моментально и абсолютно безопасно. А также имеет самую маленькую комиссию, всего 3%, что выгоднее, чем пополнение через Kiwi. А по моему промокоду вы пополняете абсолютно без комиссии сервиса. Если авторизоваться через ВК или Telegram, то ты получаешь не только 50 бонусных рублей на счет, но и постоянный кэшбэк за каждое пополнение. Это можно делать абсолютно на всех регионах. Пополнение скинами через KupiCode — это не только самое выгодное предложение на рынке, но и самое безопасное. От тебя нужна только трейд-ссылка. Также на сайте очень часто проходят розыгрыши, так что заходи и лутай призы на халяву. Ссылочку и промокодик я оставлю внизу. You have dust? You have smoke? Wait. Give me smoke, give me smoke. I'm chilling. Cool. You can start. Пошел отсюда. Лох. А, мне курьер не довез. Замечательно. Сейчас так. Нормально. Руи. Ой-ой-ой. Тп топ. GG, boys. TP 5 seconds. Не затаймил. Красиво, боже. One more hero. А, he has haste. No haste. We can catch. Chaos. Не могу хукнуть, он слишком быстрый. Вардет. Куда ты, моя зайка, пупсичек, ты чего? Големчика. Пошел отсюда. На каши варит. Тварь такая. И уйти. Так. Такое ощущение, как будто не видели. Рики дефус. Опа. О, май fucking god. Добрый вечер. Идеальный хук. We can push. Угу. Халявный вард, который хотя почти заканчивается. Виджбайт, оди. One more вард. Убить сынка! Это не будет, это слишком далеко, я не настроил. О боже, кошеварка дебильная. Опа. А сюда. Только появился для нас. Ладно. Ты чё, сыночек? Я пролечу. Я лечу. От сынка убить. 5 seconds. Давай. Хорошо. Можем убить? Го, я глиф нажал, го. Что ты, кошеварка? Наботлишь меня? Да. Yeah. На типе. Лук топ. Не на кого лететь. Карпов нет. Ты собираешь, да? Геос, братан, помоги. Спасибо. Меня не трогать. Бабка летит. Хелп, Рики!
Пошел ты нахер, Рики. Don't take damage, please, don't take damage. Heal me, heal me, heal me. Нормально. И лотос просто сделать. Опа, стоп. I'm with you, I'm with you, I'm with you. Давай, мужичок. На созвоне, как говорится. Рик is here, Рик is here. Меня достал нету. Нормально. У меня есть. Ну смотри, я могу так показаться. Я нашел. Смотри, держу. Там ты поделаешь. Легко. А я видел, я знал. Покчам, конечно, да, но я знал. Блин, или агоним? Давай агоним делаем. Урон. Да, пупс, ты чего? Help? Нормально. Просто лайны сильные, сильнее, точнее, и выиграли. Такой интересный чел вот этот, который пикал. Он... Было два саппорта вот этих вот. Стояли на хай в рейдже. Ну, типа, не самый высокий рейтинг тут был. Но они были справа. И вместо этого, чтобы пикнуть, он видел двух саппортов. Был один хардер, то есть я. Ну, тут тип на трех ролях, это не считается. И он его почему-то пикал. Я этому уебану сапить не буду. И, скорее всего, потому что он его друг. Ну ладно, хотя бы так. Потому что, ну такой бред. И я главное ставлю, что я хочу пойти на хард, потому что вижу там два саппорта. И тип вот этот вот тоже ставит, что он хочет пойти, о, не на хард, а на темную сторону, ну типа на за дайр. И эта падла, вот эта падла, пикает нас двоих. Хотя мы, что он, что я, ставим, что мы хотим играть за тьму. Лайк? Ну круто же ж. Ну, у Лени как будто либо у них медовый титан, либо медовый дазл. Вот такая темка выглядит. Не, не хочу про туда зайти, на туда. Вот прям не хочу. Легкость бытия. Ну просто гений. Это Бейн очень толстый. Рики, подойди ближе. Жатучка твоя будет. Я дед. Да. Дазл прикольный герой. Зачем тебе помочь? Типа вот нужно. Ой, я, пожалуй, нажму третий спелл. Я на базе стою. Тихо. Да, но там есть такое, что Войд стоит. Но если земля подойдешь, он на бот. То убьем его. Я сделаю ТП. Понял, понял. Так не должно быть, очевидно. Он, ну, вообще охуевает. Ну, понятно, слушай, очевидно, что. Ну, наверху полностью линия пустая. Я стою и бью ее, фармлю спокойно. Если тут какая-то будет кэч, я прилечу. Я фармлю себе блинк. Чем мне делать? Мы летим, у меня есть сон. Вот, смотрите, он вообще охуевает до сих пор. ТП?
Замечательно. Good. Ой, на миде 4 героя. Не знаю, конечно, можно пробовать дефать, хер его знает, там такое. Надо было нажать про этот кап. А на Бенни-то парень хочет. Ваш, ваш. Блять, Рики! Ой, бля. Сори. Сори. Даста есть? Не, нет. Сейчас всех убьет. Че ты на реке киллы пылесосишь, братан? Помоги сразу мне, ты же можешь это сделать. Да я мог укнуть Дазла и убить его, но там Рики при мной стало. Наверх ТП, я в инвизе! Наверх ТП, я в инвизе, мужики! Нет, ТП бил. Я полечу. Хавай, ухавай сразу. Там скорее с центра есть, типа с центра. Понятно, я понял. Надо Дазла убивать сразу. Без Дазла мы хер что сделаем. Я за скауч. Мем. Лови, лови. Пятый круг. Парни, вот здесь она надо найти чела в смоках. Рики, подойди сюда на этом Рубике. Я не понимаю. Вот, вот, вот. Да мне зачем нам забери играть? Там не... на луне. Вот, вот здесь, вот иди туда, иди туда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Нет, я туда не пойду. Чего, блять? Мы не задефали. Опс, фришный тавер стоял. Ну, луна это не идет, понимаешь? У нас, ну, мы можем бегать, убивать, пока луна фармит. Мы посильнее их будем. Надо просто Дазла убить пару раз, и все, Дазл сдохнет. Бот бежим, да? Да, гов, бот. Только тут варды стоят. Надо в смоках. Да? Да, я сказал, в смоках надо пойти вот так вот убить сейчас. Здесь парень играет, вот. У меня нет, я сейчас. Все, замечательно. Круто. Ну все, теперь тауэр сломать. Рики убил Бэйна. Я нашу возьму, братишка. Мне нужна экспа. Слышишь, Лалуни, подойди к нам. Вы без меня, боти, парни, боти вообще хуёво. Луна, Луна, иди сюда, Луна, иди сюда. Скав мид ТП нажал. Герои далеко, он соло пока что. Вот, замечательно. Опс. Ничего страшного. Здесь а еще, вот здесь, 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 здесь. Не подходите, не подходите, там это кастует. Да, да, да. Бля, не, дальше был. Все, красиво. Я говорю, Дазл там, все. Его два раза убить, он ничего не делает больше. Ну, гороши, гороши, гороши. Я хасту заберешь? Забирай, забирай. Он Бэйна можем убить. Мы можем, 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 можем. Они не должны так выходить. У нас есть тут вард. Ну, зря ты так сделал. Нет, нет, в центре. Пошел ты нахер, козел, блин. Ладно, свалить надо, свалить надо. Ты зря у него с... Ты горошу? Да, го-го-го-го-го. Ну, не-не-не-не-не-не, это очень... Ну, не знаю. Скорпион еще. Да тебе надо было, наверное, просто не подходить. Я бы его в соло убил.
забей, да, my bad. Охрана есть. Не вовремя, конечно, там мы с Вики скомбинили. У нас бабочка, они не пробьют, просто стоим вот так. Крипа убивай, Луна, крипов всех убивай. Иллюзию, иллюзию убери. Нет шарда. Ай-яй-яй, опс, ударил. Руны, парни, руны, чек. Похили Луну. Иди сюда, бери эту. Хороший килл будет, парни. Подхожу. Толкай в эту сторону. Ну, свинья, ну как он успевает? Хрона. Меня хавает, блин. Парни, ну такую хрень вы делаете, ну я просто не знаю. Рики, подходи. На воде может сдохнуть. Да, они все каленые. Там смотри, тройки стоят. Братан. Хер я тут килл получаю, как вообще. Такой огромный килл просто, дайте мне его забрать. Так, реки, ну-ка, гомонись. Не, аганим летит. Кто-то покажется, можем убить. Такой аганим еще и летит. Я думаю, дазл сделает ТП, главное, подожди, мой аганим. Мы его убьем за тучку и ультимейт. У меня есть. Окей. А что тут центра? На дазле, я верю в тебя, дазл. Дузлик. Да, моя я зайка. Могу... Бляха, ладно. Эпох. Боже, какой ты свин! Какой ты свин, боже мой! Мне бы, вот было бы круто мне. Это замечательно вообще. Бачарт отлично выполнил. Это вообще кайф. Не смог нажать, могли прям сейчас аккуратно. Дазл на миде был. Вот здесь. А вон он. И в меня 3 кнопки нажали. Выйдите просто, если можете резнуть головник. Луна, сделай ТП, они 3 кнопки нажали, можем подраться. О, не, мужик, ты умрёшь. Войд идет, аккуратней. Все тихо. Войд охрана, тебя пуш подсейвить, если что, надо. Не, да, все гуд, беги в них. Есть хук, есть ультимейт. Бляха. Да вы можете прямо сейчас в них идти, там одну хрону. Конечно. Ты бойся на луне, ничего, тебя не убить, там нет кнопок. Только под крипами не стой на луне, под крипами иллюзий не стой. Я должен тебя хукнуть. И если что, просто беги в мою сторону, я тебя сожру. Тихо. Ой-ой-ой. Парни, сзади. Ой, хрона. Угу. Так, я чуть-чуть постою тут. Что-то жизненько как-то. Луна, выйди. А кому ты бим дал? Ладно, нормально. Нормально, он же убил. Не там он бим дал. Стики! Он мог!
Ну сейчас странно как там. Это он PG будет. Ну да, было как-то очень странно. Да сзади этот чел влетел, да, очень да, много урона дал. Рики, 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 вот так. Рики, 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 сюда иди. Только тихо, чуть-чуть. Да, тут Бэйн был. Иду, конечно, иду, иду. У меня саппорт и вышел LHV. Но они подросше столкнулись. Да, проебали. Ага, понял. Тараска у чела, я охренею. А парни, хватит фидить, пожалуйста. Бэк, выйдите. Я с вами. Два раза убить. Понял, парни. Так мы проебали. Да. На луне типа стоялся под хрона. Ладно, ждем здесь. Ждем на ХГ, просто не умрите сейчас никто. Мы убьем бы содержателя, чтобы не сдохнуть тут. Да. А луна сдохнет. Но ей не помочь. Это да. Херан, блин, тонулся. Надо смоки. Как он бликанулся, вопрос? Ладно, какая парня. Чел на дазле смог блинкануться с под второго спыла. Ладно, окей. Okay.